Конечно, конечно, все, что с ним произошло, это безумно трагедия. Трагедия не только для семьи, мамы, жены, детей. Трагедия для близких людей. Трагедия для всех. Знаешь, ну я, честно говоря, не сторонник пойти его провожать. Знаешь, я огромное количество написал статей, где я пишу, что да, конечно, человек, который ругает власть, не согласен с нею, в такой момент не нужно раскачивать лодку. Абсолютно это никому не нужно. И я об этом говорю, что я говорю, ребят, можно пойти просто как помянуть этого человека, просто молодого, перспективного, нормального человека. Но как, знаешь, как пишут, он патриот своей страны, он герой, давайте сделаем, значит, там улицу назовем. Я категорически не согласен. У нас что, мало патриотов, погибших и каждый день погибающих, получая звание Героя России? Это пацаны на Кавказе. Это те люди, которые отдают свою жизнь, и не жалея своего живота, и получая посмертно звание героя. Почему их имени улицы не называют? У нас есть олимпийские чемпионы, у нас есть чемпионы мира Европы, у нас есть ветераны, которые с радостью и честью несут достоинство нашей Родины, флаг и гимн, и поют этот гимн со слезами на глазах. Почему в их честь не называют имена? Здесь я абсолютно не согласен. Да, мне безумно жалко его как просто человека.